Здравствуйте, друзья! Я вас приветствую на нашем строительном объекте. Вот у нас кладется то, что называется texture, да, Света? Texture. Значит... Это штукатурка обычная, ну, такая внутренняя, да? Вот, я просто пытаюсь поближе подойти вот к ней. Такие мелкие, я бы сказал, пупырышки, да? Вот это называется orange peel. Когда покроется краской... Шкурка апельсина. Да, то она будет как шкурка апельсина, такими маленькими такими пупырышками. Понял. А для чего это делается? Чтобы не было видно вот той халтуры, которая... Что, ну, давай так, чтобы не было видно изъянов как бы в идеальности стены, да, вот в поверхности. А что вот у них там, лампочка горит? Ну, темно видно там. Ага. Да. Сейчас каникулы, поэтому, наверное. Ага. Ну что же, хорошо. На потолке. Так а что у нас на потолке? На потолке у нас еще там ничего, там будут лампочки, это стоят Кенс под Recess Lights. Ты знаешь, мне это немножко напоминает госпиталь какой-то или больницу. И ну, такое да. Все беленькое, замазанненькое. Ну, все еще будет. Так. Все еще будет. И ты знаешь, что камера, вот я тебе скажу, с нашего конца, не цепляется ни за что. Понимаешь, оно все такое белое и такое равномерное, что не за что зацепиться камере. Ну, можешь вид через окно показать, за что зацепиться. Нет, вид через окно – это не то, ради чего мы тут. В общем, вот, друзья, за то время, что мы отсутствовали, здесь не было сделано очень много за неделю. Но, во всяком случае, стенки все выровняли, промазали. Вот как только вот сейчас вот эта работа закончит, да, после этого покроют все праймом, да, который идет под покраску, и все уже будет красить. Правим, это грунтовка такая. Грунтовка. Покрасим грунтовки. Окраска уже есть, мы определились с цветами. Нет, я должна звонить еще. Нет, мы определились с цветами. В целом да, но конкретно нет. Мне нужен, там у меня есть художник, который мне поможет выбрать цвет. Ага. Ну хорошо, ладно, значит, вот такие у нас новости. Всем счастливо.